штраф? Ах, какой хороший человек, ну. Алевтина! Прошу прощения. Как звать величать? Лариса Игоревна, младший специалист. Было бы и круто, если бы у нас один человек вел вот эти все связки. Или, а еще лучше двое. Но это большая роскошь, ребят. У нас и так... Третьим он уже ползет просто на карачках. То есть, может, по мере выбегания они все время все хуже и хуже бегут. Вот, может так. Пока без Горюхина. А в третьем, в четвертом, например, он уже... Он за ними выбегает. Аксинь, Лаврентина, вы! Ну, надо что-то, чтобы Шаляпин орал тоже. Придумайте, пожалуйста, прям по ходу. Стоп, стоп, стоп. А ты такой, ну, парк. Это мы! Это мы! Стоп, стоп. Никита, что это у тебя рука, если бы тебя били? Она бы вот так лежала на колене? Вот, конечно. Никит, по-настоящему, лопатой, если один раз ударит, это все. Естественно. Убью, убью! Прямо вот отсюда. Вот куда-то сюда Виталий выбежал, очень быстро. А может, пускай он в землю смотрит и просто Портнов приди. Зачем в землю? Мы всегда боимся. Он может... То есть, Никита, смысл такой, это надо не изобразить. Я не хочу спрашивать, били ли вас в жизни, когда вы падали особенно. Ну, вот это вот примерно то. Это инстинкт. Тут не думать, тут человек не думает в этот момент. Он что? Или я вру? Лаврентий, это мы! Это же мы! Портнов! Ну какой Портнов? На него, на Горюхина. Может, Горюхина, кстати, по центру сесть, нет? Это почему-то получается Макарыч главный. Нет, не считаете так? Ну, я брал двигательный аппарат. Пневмония, глаукома. Фотография приложена. Это вы на фотографии? Посмотри, посмотри. Пашка Цигельман снимал, местный фотограф. Забыл про нее уж давно. Я вообще эту нацию не очень люблю, а ему он как-то полюбил всей душой. Ну, конечно. Немедленно дайте мне выйти. Куда? Не пущу. Ах ты, вертихвостка европейская. Кляусница гемендановская. Ты чего хочешь, а? Вот уже там бутылочка может упасть, или на двоих. Потанцуй. Так и это. Всегда изначально. Володя раньше актрисой была. В той жизни. Какие за мной режиссеры бегали. Какие ангажементы предлагали. Москва, Париж. Выходные прошли. Володя, я хочу сказать тебе одну вещь. Это так трудно. Так мучительно, прям не знаю. А ты делай трудное, пока легко. Вот сейчас нальем. Не скажи. Володя.